что такое добро, зло, что такое полезно, вредно, что такое от тьмы и света, ты должен умереть. Ты всю жизнь накапливаешь энергию. И ты должен, ты хочешь понять. У тебя масса вопросов, бесконечно много. Что такое счастье? Как сделать своих детей счастливым? Как их воспитывать счастливым, чтобы они в старости лет были счастливыми, а не этот огромная толпа зомби, который готовится за программными ценностями. Среди этой программы их нет. Они приложение к этому кабинету, они приложение к этому рабочему месту, они приложение к этому маршруту от дома на работу, они, это, скажем, привязаны к какому-то карьерному росту, и они привязаны что, к таким-то ценностям, восточным, европейским, городским, сельским, что у них должна быть вот этот огромный, единственный, но одновременно длиннющий и одновременно как один миг жизнь они должны тратить на какие-то кирпичи, из которых делаются дома. Почему? И ты хочешь понять, что я должен сделать в этом жизни? Почему я живу?